Приветствую вас, друзья, и добро пожаловать в 7 Days to Die. Да, после долгого перерыва я решил вернуться в эту игру, потому что вышел новый патч, новое обновление, довольно крупное. Теперь это альфа 14.5. Очень много теперь различных нововведений, даже правлен баланс вроде как. Появились квесты, новые предметы и много-много, в общем, всего интересного. Как видите, справа вверху у меня теперь есть квест. Мне предлагают сделать каменный топор. И интересно, за выполнение квеста что-нибудь дадут? Наверное, опыт какой-то дадут. Кстати, смотрите, какое живописное место. Да, пришлось начать заново. Рекомендует сам разработчик создать новую карту после этого патча, так как слишком глобальное обновление. Так что да, придется нам снова искать дом. Самое обидное — это то, что снова придется застраиваться. То есть строить колья и так далее. Вот это самое мое нелюбимое в этой игре. Строить колья для защиты от Орды. И тем более нам на это дают всего лишь 7 дней. Так что да, придется искать новый дом, новое убежище. Я пока что вот бегу и ни одного здания никакого не нашел. Сейчас, возможно, даже перебегу на другой какой-то биом. Пока ничего, только один столб нашел, точнее ствол. В котором можно найти предметы, но там ничего не оказалось вообще. Так, ну что, наверное, давайте по пути тогда и выполнять квесты, скрафтить каменный топор. Для этого нам нужны что? Так, нужна трава. Я уже забыл на самом деле, как вообще играть. Так, дальше нам нужно дерево. Теперь два маленьких камня и, собственно, все. Так, вот. Прямо все здесь и есть. Отличное место. Так, ну что, давайте скрафтим каменный топор. Посмотрим, может, опыт какой-то дадут. И какой будет следующий квест. Так, все. Один из восьми выполнен квест. Ну, это какой-то базовое обучение, базовые квесты. Так, теперь нам нужно скрафтить одежду из травы. Так, ну я предлагаю все-таки пробежаться немножко. Не тратить впустую время. Найти хотя бы хоть какое-то убежище. Возможно, хотя бы маленький дом. Так, я, похоже, к реке прибежал. Что-то вообще ни одного здания. Даже вдалеке я особо ничего не вижу. И зомби, кстати, нету. Да, странно немножко. Так, я только пока медведя видел. Так, вот еще свинья. А вот все-таки один зомби есть. И здесь дорога. Ну что, наверное, мы пойдем по дороге. Будет логично. Будет логично пробежаться по дороге и найти, возможно, какой-нибудь домишко. Так. Это река ведь? Или нет? Это просто такая дальность обзора. Не очень хорошая. Нужно, наверное, поднастроить графические настройки. О! Отлично. Дом какой-то есть. По-моему, даже двухэтажный. Да, но вот хороший он или нет... Это уже вопрос. Давайте подойдем поближе, посмотрим, что там за лут. Ну, вроде хороший, но он деревянный. Было бы неплохо заиметь каменный дом. Так что я не знаю, скорее всего, мы здесь не будем долго оставаться. Но наполовину каменный, наполовину деревянный. Ну, довольно неплохой. Так, дверь закрыта, там зомбаки гуляют. Можно их, в принципе, убить. Здесь вот такой вот балкончик, такая пристроечка. Так, один зомби и второй где-то. Да, два зомби, третий в доме. Сейчас он нам выломает дверь, сделает все за нас, и мы зайдем, залутаемся. Ну, по крайней мере, первую ночь мы, наверное, точно здесь переживем. Так, даже четыре зомби, да, получается. Чем никак не развалит дверь. Давайте здесь подождем тогда, пока они там дойдут до нас. Ну, давай, выламываем дверь, алло. Так, ладно, давайте поближе подойдем, поможем ему. Хотя можно и через окно вот здесь вот забраться. Так, меня там еще преследуют. Нужно вокруг дома оббежать, наверное. Чтобы они сзади дома остались, а мы с парадного входа зашли. Так, ну, идут. Надеюсь, идут. Ладно, мы пока что обходим. Да, вроде как все ушли. Так, и вот здесь вот, допустим, мы зайдем в дом. Так, что у нас тут есть? Много всяких полок. Дальше закрытая дверь. Возможно, она ведет в подвал.
Хотя сомневаюсь, что здесь есть вообще подвал. Спальная комната, кстати. Так, а где выход на балкон? Не очень я понимаю. Так, это шторы. Да, это шторы. Давайте осмотримся. Ну, сейчас начнут подниматься. Подниматься зомби. Блин, я взял зеркало. Я подумал, это шкафчик медицинский. Но на самом деле это зеркало. О, ковбойская шляпа. Я, кстати, выбрал персонажа какого-то ковбоя. Попозже вам чуть-чуть покажу. Давайте сначала залутаемся. Так, придется, наверное, убивать зомби. Просто каменным топором это сделать довольно сложно. Точнее, не сложно, а довольно долго. Мы будем колотить зомби по голове, тем более лежачего. Ну, есть, умер. Так, ну можно, я думаю, обыскать. Страшного ничего не случится. А если даже страшное что-то случится, ничего страшного не будет. Так, странно, на самом деле, куда они забрались, все зомби, непонятно. Что-то тут только один был. Так, в холодильнике у нас ничего, дальше водичка. Ну, смотрите, хоть какой-то лут у нас уже есть. Так, что у нас тут? Еще водичка. Главное, еды. Еды и оружие. Все остальное мы скрафтим. Так, что-то довольно пусто. Ай-яй-яй, чувак, полегче. Точнее, чувиха. Так, по-моему, полегче стало, на самом деле, сражаться. Может, это имелось в виду? Работа над балансом. Так, давайте залутаем эту женщину. У нее там бутер. Блин, ну как же они орут все. Все, орут. Стой. Так, этот мужик пожестче будет. Так, ну в принципе, нам нужно убить всех, потому что они спокойно нам залутаться не дадут, это точно. Так что придется вот так вот всех по очереди колотить. Все, ты сдох? Вроде сдох. Так, теперь время бабы. Или не сдох? Нет, он только застанился. Так, это уже не очень хорошо. Они начинают со всех сторон подходить. Но этот жирный какой-то. По ХП я имею в виду. Так, и меня, возможно, скоро вообще убьют. Будет совсем нехорошо. 20 хп осталось. У меня есть более утоляющие. Да, ну блин, придется ливать тогда отсюда. Что-то у меня не получается убить их с каменного топора. Может, отсюда попробовать. Так, застанил. Блин, ну уже 11 хп. Или убил я бабу? Нет, бабу даже не убил. Только застанил. Зато мужика вот жирного убил. А, у меня еще есть аптечка. Давайте перевяжемся. Точнее, бинтик. Так, забыл, как использовать даже. Бинт на правой клавише мыши. Так, что там еще кто-то? Баба что-то не хочет спускаться. Давайте тогда более утоляющий тоже заюзаем. Блин, все забыл, как перемещать даже предметы. Так, более утоляющие. Ну и что, будем дальше сражаться тогда. Раз уж начали, 11 часов, правда. Тут еще как минимум трое остались. Вот тут одна баба. Так, здрасте. Чё она, кстати, не спускалась, непонятно. Умри ты побыстрее, наконец-то. Можно, кстати, залутать их сразу. О, еда зато, смотрите. Мы, кстати, не заразились до сих пор, хотя уже облутали довольно много зомби. Кепочка. Так, еще двое остались, вроде как. Так, книжная полочка. У нас тут бумаги много, кстати. Тут у нас должно быть пиво. Да, действительно пиво, не обманули. Не обманула у нас табличка. Твою мать! Что же вы все такие нетерпеливые? Дайте мне залутать спокойно. Опять приходится колотить. Я, кстати, скоро сломаю вообще свой топор. Нет, они все подходят и подходят. Бесполезно, наверное. Таким вот образом их убивать. С каменным обычным топором. Так, давайте ковбойскую шляпу оденем. Что такое? Это плазма? Я думал, я взял зеркало. А это плазма, выкинем тогда. Не думаю, что она нам пригодится. Так, ну смотрите, хоть какой-то лут у нас есть. Есть еда, есть вода. Есть сэндвич с тушей. Давайте еще походим. Возможно, мы походим, зомби пропадут. Не вечно же они там сидеть будут. Так, тут зайчишка. Стой! Ладно, хрен с тобой. Может, найдем еще какое-нибудь строение. Кстати, FPS выросло вдвое, по-моему. Наверное, они поработали еще и над производительностью. Так, здесь у нас машины и куча пакетов. Давайте облутаем все.
Вряд ли мы, конечно, в мусорных пакетах найдем что-нибудь интересное. Но есть шанс найти что-то хорошее. Так, машина. Всякая хрень нам не нужна. И здесь у нас развилка. Можно пойти направо, можно сходить налево. Давайте вот сюда, вот направо сходим. Там я вижу еще машины. Хотя и там есть машины. Везде машины. Но биом зато хороший. Биом хороший. Мир отлично сгенерировался. Я заспавнился не в пепельном каком-нибудь дерьмовом биоме, а в нормальном лесном. Или я не знаю, как этот биом называется. Так, что-то в машинах ничего полезного нету. Я, наверное, только время теряю. Надо, наверное, уже выполнять квесты и остановиться уже в том доме, который мы нашли. Так, давайте еще машину посмотрим. Надеюсь, зомби не догонит меня пока что. Пока я тут осматриваю машину. Так, ну, бензин, топливо пригодится в любом случае. Блин, сейчас бы хорошо зашел бы мопед. Мы бы сейчас вот так по дорожке катились. И, возможно, что-нибудь нашли, какое-нибудь строение. Или, возможно, даже до города дошли. Так, пора уже, кстати, лутать гнезда. Потому что в них всегда мы находим перья, которые нам очень пригодятся. Хотя вот здесь я бы упал вместе с мопедом своим. Да, здесь генератор подвел нас. Так, ну что-то на самом деле я уже далеко зашел. Надо, наверное, уже возвращаться. Сделаем себе, значит, одежду. Кстати, давайте траву добудем по дороге. Ой, сломал этот топор. Нужно новый сделать. Давай сразу возьмем камни. Где тут был один камень, второй камень. Так, ну и траву будем собирать по дорожке. Правда, стамины нету. И ХП маловато. Так, здесь, кстати, тропинка какая-то. Возможно, она ведет к какому-нибудь домику. Ладно, давайте уже поворачивать домой. Потому что и так я уже далеко слишком отошел от того дома. Или можно бросить тот дом и найти, попробовать другой. Блин, даже не знаю. Но мне тот дом не очень понравился. Хотя он довольно хорошо защищен камнем. Но вторая часть его деревянная. Если бы он полностью был из камня и какой-нибудь трехэтажный был дом, был бы намного лучше. Так, тут еще одна тропинка. И я не уверен, что она нас куда-нибудь приведет, но давайте посмотрим. По-моему, там вдали. А, нет, это облако, лол. Я облако спутал с домиком. Так, можно, кстати, пивка выпить. Я не помню, что оно дает. Случайно не стамину заряжает? Так, а как инфу посмотреть? Ага. Да, по-моему, стамину нам дает. Сейчас нам стамина не помешает, чтобы убежать от этих зомби. И попытаться что-нибудь найти. Нет, наверное, все-таки здесь никаких домов не будет. Но дорожка все продолжается. Тропинка. Здесь вот соединяются, там машины какие-то опять валяются. Довольно большой биом, что я могу сказать. Да, биом, видимо, огромный. Пока что другой я не встретил. Хотя уже довольно много здесь пробежался. Уголь там валяется. Нужно не забыть топор еще скрафтить. Так, это что, дальше поля? А нет, это просто прогружается так мир. Мне показалось, дальше уже идут поля какие-то. Но нет, это все тот же биом. Так, я убежал от зомби. Так, ну давайте. Давайте крафтить одежду. Что нам нужно? Так, штаны. Штаны. Файбер, да? Да, штаны из файбера. Вот это. Вот это. А перчатки где? Так, и вот перчатки. Все, вроде полный сет будет. Но шляпу я все-таки оставлю. Так, опа-па. Это у нас что такое, кладбище? Или что это? Склеп какой-то. Да, похоже на кладбище. Ничего себе, раньше я таких локаций не встречал. Это уже что-то интересное. И, кстати, здесь решеткой закрыто. Ага, вот здесь мы можем пройти. Но, блин, тут довольно много зомби. Давайте подождем, пока они все придут ко мне.
Пока что. Что я там не скрафтил? А, я не скрафтил капюшончик. Давайте капюшон еще докрафтим. Мне даже сражаться не с чем. Может быть, где-нибудь отсюда можно запрыгнуть еще. Давайте тогда полностью обойдем со всех сторон. Так, квест обновился. Теперь нам нужно все это на себя надеть. Так, блин, прикольно было бы жить, наверное, на кладбище на этом. Но что-то... Что-то и не очень. С одной стороны прикольно, с другой стороны не очень. Не особо. Так, ну могилы мы, видимо, залутать не можем. Тут у нас скамеечка, вторая скамеечка. Это что такое? Это все надгробие. Надгробие, надгробие. Не знаю, может и можно вскопать могилы какие-нибудь. Но я до конца не уверен. Так, сюда мы пройти не можем. Там какой-то гроб. Возможно, в этом гробу будет интересный лут. Так, вот это вот что? Похоже на бункер. Но это тоже какой-то склеп, да. Там у нас тоже могила, чувак, которого можно залутать. Так, ну что, мы вернемся сюда. Да, в любом случае мы вернемся сюда и попробуем залутать эти могилы. Так, на карте это место видно. Так что все нормально. Так, давайте одевать всякую вот эту дресню, которую мы накрафтили. Капюшон придется пока что тоже надеть, чтобы квест выполнился. Теперь можно вернуть шляпу. Как мы выглядим, кстати? О, смотрите, какой закаленный ковбой. Правда, плаща не хватает. Но плащ в этой игре точно есть, я помню. Так, ну что, куда пойдем? Что-то мы распутешествовались на самом деле. Так, теперь нам, кстати, нужно деревянную биту скрафтить. Из дерева. Ну, что логично. Ну, давайте скрафтим, чтобы было чем бить зомби. И заодно топорик нужен новый. Так, ну, начнем мы все-таки с биты. Так, есть оружие. Деревянная бита. Все, поставили на крафт. Что там нам не хватает для каменного топора? Так, где вообще крафтится каменный топор? Я что-то потерял. Все забыл уже. Слишком долго, слишком давно не играл. Так, где инструменты вообще? Алло, вот инструменты, да? Что-то я не вижу в списке камня. А, вот он. Так, не хватает нам дерева. Два дерева. Так, хорошо. И дальше по квесту нам нужно скрафтить лук и стрелы. Ну, лук и стрелы мы по-любому бы скрафтили. Так, давайте тогда добудем еще немножко дерева. Все, должно хватить. Сделаем, значит, топор. Возьмем биту в руки. Ну, точнее, не в руки, а на панель быстрого доступа. Так, это мы разорвем, наверное. Кепку я носить не буду, уж точно. Да и вот эту вот дресню тоже можно разорвать. Я ее скрафтил только для квеста. Так, теперь давайте немножко пробежимся. Не знаю, возможно, вернемся в тот дом. Блин, ну так хочется найти какой-нибудь другой. Но не очень получается, как видите. Зато я нашел кладбище. А это, видимо, новая локация с обновлением. Интересно, какие еще локации добавили. Надеюсь, мы их встретим. В общем, еще немножко я побегал и нашел вот такой вот сарайчик. Но в нем жить, конечно же, очень плохо. Хотя он сделан из металла. Из металлолома даже. Так что... Я просто запомню, что он здесь стоит, наверное. А тут вот зомби начинает окружать. И, возможно, мы вернемся, залутаем этот домик. Но сейчас все-таки мы направляемся обратно. Обратно в тот дом, который мы нашли в первый раз. Потому что уже темнеет, нам нужно где-то переждать ночь. Что ж, вот я практически вернулся к нашему дому. Вот такой вот у нас не очень продуктивный день получился. Мы могли бы накрафтить себе побольше инструментов. Надобывать много ресурсов. Но я не люблю, когда сжаты временные рамки. Я люблю поисследовать, не спеша. Не люблю никуда спешить. Поэтому мне не очень нравится идея с 7 днями, когда каждые 7 дней нападает орда. Нужно все время готовиться, куда-то спешить и так далее. Так, ну зомби здесь нету. Нужно чем-нибудь заставить проходы. Что у нас там есть? Дерево у нас, по-моему, есть. Блин, всего лишь одно дерево. Я не знаю, стульями можно попробовать. Но стульями не очень получится. Так, тут зомби вообще нету. Ну давайте тогда напоследок нарубим дерево и застроим
Застроим проходы все. Так, топорик у меня вот здесь вот. Починил я дверь, давайте еще вот сюда вот поставим бревна. Вот этот проход закроем, чтобы зомби нас не беспокоили. Ну, как-нибудь вот так, я думаю, сойдет. Где-то тут еще была дыра. Так, вот еще одна дыра. Вот здесь вот, еще вот сюда вот, наверное, поставим. А это все можно заделать. Хотя бы вот так вот, на первое время. Блин, вот это вот еще, значит, две дыры. Так, давайте тогда на крафт поставим еще два бревна. Все, и этого должно хватить на первую ночь, по крайней мере. Так, еще вот это вот заделать. Ну, так, я думаю, хватит. Даже если кто-то проберется, мы убьем. Убьем этого чувака. Так, ну-ка, сюда я могу поставить? Да, отлично. Могу сюда поставить и вот ту дырку заделать осталось. И все, хотел сказать, и можно ложиться спать. Но здесь, к сожалению, поспать нельзя. Так что мы будем заканчивать. Да, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.